Что у нас по поводу выборов, Валерий Евгеньевич, идем или не идем? Мне лень ходить на выборы. Зря ты, конечно, на 2 месяца уехал за Пенины. Без тебя страна окончательно пошла в разнос. И она и всегда-то была в состоянии маниакально-депрессивном. А сейчас, по-моему, это все перешло в открытую фазу. Такой посттравматический синдром. Да еще и демократы спятили в основном. Ты про кого? Я про очень многих. У нас совершенно дикая ситуация возникла. Значит, дано. Имеется партия жуликов и воров. Она хочет и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Ну, чтобы не выкинули ни из восьмерки, ни из двадцатки. Не скажешь же прямо, вот мы хотим у этой власти остаться навечно. Их не очень интересует восьмерка, двадцатка. Нет, знаешь, интересует. Иначе они не давали бы себе труд организовывать это мероприятие. Я думаю, это власть. Просто желание сохранения власти. Так это и так можно. Строить сегодня коммунистический строй дорого, нерентабельно. Делиться надо. И делиться надо. И отнимут все. Только власть. Двадцатка не очень держится там за восьмерку, за двадцатку. Ну, выгонят. Значит, сами виноваты. Прости, благо. Цель просто... Тут важен критерий, цель, власть, точка. Это понятно, но ведь они хотят действительно и невинность соблюсти, денежки-то у них там лежат, детки у них там учатся, и гуляют-то они по Куршавелю, а не в Тамбовской губернии. Поэтому пока тебя не было... В этом году Путин гулял на итальянском острове Сардиния, на своей вилле. Ну да, а потом пошел догуливать к своему агенту Шрёдеру. Непонятно уже, кто чей агент и кто раньше начал работать в Штази, Путин или Шрёдер. Может быть, они там сотрудничали, коллегами были. Да, ну поэтому, пока тебя не было, они здесь соорудили такой стол, такую поляну накрыли. Понятно, в центре партия жуликов и воров. Ну, естественно, коммунисты, которым дадут свой кусочек, там процентов 10. Дальше не смогли они сбыть с рук этих выхухолей мироновских. Придется им отрезать тоже ломтик. Ну, естественно, от жилька куда денешься. Его не выгонишь уже никуда. Придется тоже блюдечко ему поставить, чтобы полакал. А иначе он такой скандал устроит. Не остается на яблоко. Да что ты? В том-то вся и проблема. Что кроме партии жуликов и воров, они набрали вспомогательные структуры, которые помогут украсть комфортно и чистой совестью. Значит, для правых они навербовали Прохорова, причем на его же деньги. Дешево стоит. Лерчика. Ничего не делается на деньги Прохорова. Все делается на те же деньги Кремля, уверяю тебя. Там все цинично и... То есть Прохоров не потратится? Нет. Предоставят те самые льготы, которые необходимы для того, чтобы израсходовать там необходимые средства. Тем более, что при собственности в 10 миллиардов израсходовать там 50-60 миллионов – это не такие большие деньги. Ну, а поскольку о либерализме Прохоров имеет очень смутное представление, то он несет такую чушь, что даже Андрей Исаев, бывший анархист и сегодня записной жуликовор из «Единой России», его опровергает, что, мол, это не по-нашему, не по-либеральному. Он не чушь несет. Он просто пытается сидеть на двух стульях. Он пытается защищать либерализм, но каким-то образом оправдывать то, что происходит с Ходорковским и было с Магнитским.
Он пытается говорить о том, что необходимо преобразование, но в то же самое время поддерживает Путина. Вот как Витя Шендерович у нас в последнем номере New Times высказался, что мор это очень хороший проект, когда Гиммлер исправляет отдельные недостатки в Освенциме. Да, да. Кстати, нашим зрителям и слушателям надо сказать, ты же велел сказать им, что вот эти звуки кошки. Да, у нас там мюканье на заднем фоне. Либеральная кошка, которой мы сообщили, что будут выборы. Да, мы ей сказали, что сейчас ее повезем на избирательный участок. Так она уже час не может успокоиться, у нее истерика. Да. Она мяукает, мяукает. Так что, дорогие сограждане, все очень просто. Никаких выборов нету. Ходить в участки, участвовать в этой комедии, в этом представлении не нужно. Это ниже человеческого достоинства. У тебя другое мнение? Ты еще не все знаешь. Только ты не запутай их. Они еще, во-первых, единственное, что хорошо, это то, что Чулпан Хаматова, Борис Акунин и Людмила Улицкая на все посылы Прохорова сказали твердое демократическое нет, что мы в это не играем, не пошли срамиться. Я думаю, даже не демократическое, обычное человеческое нет порядочных людей. Это другая история. Никто не хочет замарать свое имя участием в этой комедии. Никто не хочет, это ты оптимист. У нас власть откопала в наземе Григория Явлинского, выбила из него пыль венчиком, как из ковра, вытащила из нафталина, сняла с него присохшую моль и выставила опять на посмешище. Вот вам яблоко. Если есть здесь левые демократы, пожалуйста, идите голосуйте. Ты знаешь, кто туда поперся? Яблоко. Я боюсь тебе даже сказать, кто туда пойдет. Ну, Юлия Латынина, ну что взять с бедной женщины? В ее кудрявой голове возникают самые разные проекты, существо, она не подойдет. Сережа Доренко ходила к коммунистам. Ничего страшного. Ну это да, журналист. Куда пошлю, туда пойдет. Нет, это журналист, Лерочка. Они ходят туда, где интереснее, где любопытнее. А ты считаешь, что он просто развлекается, да? Да, я знаю. Ну, знаешь, Сережа не привык на свои деньги развлекаться. Насколько мне известно, он даром и шага не сделает. Но гораздо хуже то, что туда поперся Муратов из «Новой газеты». И самое страшное, что могло произойти с нами, Сергей Адамович Ковалев. Что теперь люди про диссидентов скажут? Сергей Адамович Ковалев был уже в Яблоке. Не в тех условиях. Участвовал в выборах. Не в тех условиях. Ну, Лерочка, это такая возможность для политика, скажем. Он не политик, он диссидент. И политик. Для политика, не активно включенного в политическую деятельность, заявить о себе. Ну, что да, делать? Заявить о том, что диссиденты или идиоты, или готовы идти сотрудничать с властью. Знаешь, я ему, конечно, буду звонить. А для тебя это новость, что мемориал готов сотрудничать мемориал с властью, готов. С любой властью. Ему квартиры нужны в да, регионах. Да, квартиры в регионах, нужны пенсии людям, пострадавшим от советского времени. А что нужно Сергею Адамовичу? Ну, что-нибудь в этом роде. Давай не осуждать. Не осуждай, не суди. Это диссидентское сообщество, это и мое доброе имя. Этого делать нельзя. Яблоко уже высказалось. Не успели их зарегистрировать. Вообще прямо с колес Митрохин встал в позу и объявил: все на выборы, все на выборы. Кто не пойдет на выборы, враги народа. Идите все на выборы, чем больше явка, тем больше нам, яблочникам, достанется. А то я не сплю уже неделю. А вдруг им ничего не достанется?